Да, ура, ребят, это было видео, как я разрушаю много этих чуваков, много блоков, вот такие блочки. Ребят, надеюсь, вам понравилась эта серия, ну, серия, где я все разрушаю динамитом. Так, ребят, я специально этот дом делал, чтобы чисто просто вас заинтересовать, что я, оказывается, здесь. И вот я здесь всех застрелял же. Вот на этом мы тогда закончим ролик. Ну, не ролик, а обычный. Что осталось от моего... От зоопарк... Ой, от обычных этих штучек. Зоопарки мы уже строили. Это вот эти двери, которые я сейчас строю. Ладно, я же пошутил. И вот эти двери. А вот это. Нет. Нет, вот эта дверь осталась, да? Я поставил везде динамиты. И вот таким образом. Давайте попробуем что-то сделать. Вот этой ямкой давайте поставим. Ямку вот так вот чуть-чуть прокопаем. И поставим моба какого-нибудь туда. Все, выбросим туда и поставим моба. Например, а что выберет этот? Например, мы поставим кого-нибудь, ребят. Например. Вот свинозомби. Туда свинозомби ставим. А подвинтить надо еще. Все, так, раз. Куча пусть там будет. Свинозомби. И знаете, что сделаем? Берем зажигалку. Ну, вы, в принципе, понимаете, но вы еще и кое-что другое не поняли. Так, вот так. Оп. Сажаемся. Что-то странное хочу сделать. И стрелять с арбалета. Чисто вот. Ого, это боль? Интересно, давайте посмотрим, какой урон арбалет. У арбалета какой урон, интересно? Нет, не показывается урон. Так, давайте попробуем. Знаете, что сделать? Взять удочку. Удочку, ребят, удочку берем. Ловим. И летаем. Полетели, ребят. Удочка вы знаете такой этот прикол? Надо овечка. Нам нужна овечка. Смотрите, ребят, что мы делаем. Берем. Ой, это надо кое-что другое. Это надо вот это, где она? Ну, такая веточка, веревка. Ну, веревка, где? Так. Где она? Где? Вот здесь должна, в этом сете должна быть. Вроде бы в этом сете была. Ну, ребят, где она? Так, что, где она? Так, сейчас посмотрим по всему. Кто видит эту веревку, то я не вижу, если честно, веревки здесь от брони. Где эта веревка? Вот зелька. Давайте зельку. Окей. Вот эти зельки мы возьмем. Что? Так, ладно. Где эта веревка? Во. Так. Где веревка? Я понять не умею. Я хочу найти кое-что. Ладно, давайте попробуем выпить зельки, которые я взял. Так, что она мне дает? О, хорошая зелька.
Это сник. А вот это... Чё? Чё? Она мне ничего не даёт, что ли? Вот это? Отра... Вот какая-то зелька у меня есть. Урон что-то такое. Урон? Чё? Подождите, давайте попробуем выпить эту зельку. Ой. Посмотреть, какая вообще она, какого урона, ребят. Какого выживания, выживания. И пьем. О. А, это типа, я смогу с руки просто ударить, с руки, и она умрет, да? Типа так должно быть. За два удара минус овечка. Подождите, ребят. Так, у меня есть сейчас, что у меня есть. Так, давайте попробуем маленького свинья на зомби попробовать. Минус. Нет, только не бей. А, они же не горят в огне. Пьем зелька. Дюткантян. Я запомню там, где я сломал все. Малые, ребят, короче. Ну ладно, ребят. Короче, просто обычное видео, где я сломал все. Все, что я строил своими ручками. И... Ну вот, короче, вот так. Вот там мой огонь. Ой, что-то как-то... Какая-то погода. Давайте вот так сделаем. Дождь сделаем. Ой, эй, кто меня бьет? Так. Так, мне надо выбрать... Хотя не, не закат, не хочу закат. Давайте просто утро сделаем. Я не успею. Давай, восход, давай, делайся. Меня стреляют. Да, ребят, как добыть эти... Стрелы просто, когда тебя стреляют, идут. Ничего, а, нет, не получится. Капец. Там, смотрите, битва, паук между этого. Ребят, голосуйте. Ребят, кстати, голосуйте. Ребят, голосуйте. Нет, построить арену, вот это мпина. Построить арену. И там ставить разных чувачков, которые будут против меня. У меня есть мод на много крутых этих боссов больших. Хотите, я этот... Ну, вы понимаете, я этот мод этот загружу. И мы посмотрите, все мы вы на этот мод. У меня есть куча модов, ребят, чтобы вы понимали. Вы видите это? Вот это вы видите там? Давайте посмотрим, что это за штучка. Это что? Это что? А, это мои двери, которые я ставил. Ладно, а можно куда-то нажать, чтобы... Ладно. Так, а вот это что это? Что это такое? Вау, какие здесь есть. Но они все за деньги. Нет. А вот это бесплатное? А вот это? Где здесь? Ладно. А вот здесь первые. А вот это что? О, идет.
Я теперь с плащом, надеюсь, да? Ребят, надеюсь, я с плащом. Я с плащом. Так. Давайте вот так. Раз, два, три, четыре. Два, три, пять, ноль. Все, ребят. Вот здесь как раз местечко вот такое для меня есть. Ребят. Ставьте лайки обязательно под моими роликами. Нажимайте на колокольчик. На колокольчик обязательно. Подписывайтесь на канал тоже обязательно. Обязательно, ребят, понимаете, это обязательно. Потом, когда подписались на канал, поставили лайк, вы можете мне написать комментарий. Какую игру снять и какую вообще... Что снять с меня? Какую игру? Если вы знаете какую-то игру, которую мы снимали, то пишите в комментариях. Ладно, ребят, ставьте лайк, прячемся, подписывайтесь на канал еще раз. Всем пока-пока!